Крикер Продакшн представляет. Внимание! Данное видео не предназначено для детей, беременных, лиц с психическими расстройствами, беременных детей, беременных лиц с психическими расстройствами и просто неженок. Да похуй, бля! Всем привет! С вами Ваня Крикерф, и сегодня мы будем играть в новый инди-хоррор, который вышел только что. Ну, это типа демка, видимо, я не знаю. Португальские разработчики нам представили свой хоррор Колина. Я не знаю, о чем там, и сейчас мы все увидим. Будет очень интересно, и поехали! Английский. Нихуя себе. Вот. Видимо, вот мы едем в машине, вон там светится, мне кажется. Не знаю, или что мы делаем, блядь, летим, не знаю. Вон наша тачка, да-да-да, мы в машине. По-любому. Так, ага. Да, вот мы едем. Пиздец. Итак, дорогие друзья, после того, как наш герой... В общем, была долгая заставка, где он долго-долго болтал на непонятном мне и вам, наверное, языке. И, наконец-то, началась игра. Пока что я ни хрена не вижу. И вижу только фонарик на полу. Блять. Поехали, короче, сейчас будет интересно, я думаю, да? Итак, о, блядь! Ну, да, с самого начала, сука, началась пизда. Так, берем фонарик и будем оглядываться. Я понял уже, что эта игрушка будет со скримерами, со всякими хуимерами. Что вполне ожидаемо. Игра построена на движке Unity, все как обычно, все как всегда. Патроны? Или это батарейки? Батарейки это. Так, ничего интересного у нас пока что нет. Ну что ж, выходим. Но он монотонно очень ходит и медленно. Пиздец просто, дорогие друзья. Ну окей. Так, тут у нас ничего нету. Выходим и топаем дальше. Записка. Записка, дорогие. Блять! Как же. Какое ебанутое управление тут! The pink mother, бла-бла-бла-бла-бла. Е. Come on. Come on. Что, блядь? И что? Я ничего не понял. Что-то сейчас появилось? Ну, ок. Скримеров тут, блядь, сука, ненавижу скримеров. Блять, ну звуки пиздец, конечно, на самом деле. Страховые. И мне это не нравится, на самом деле. Итак, мы идем, ищем всяких скримеров. Ты, чувак, долбоёб? Ты кто такой? Да, блять, этим не напугать. Это все хуйня, на самом деле. Это все хуйня. Скримеры пугающие, сука, штуки. Но к ним, на самом деле, я думаю, привыкнуть можно. Может и нельзя, не знаю. Но это на... Я не знаю, как это объяснить, короче. Ну ладно, мы продолжаем игру. Пока мы собираем чисто записки. Ходим по комнаткам, собираем записки. И больше ничего особенно интересного-то. Нас пугает всякой хренью. Как обычно, в общем. Я думаю, что это ничем не отличная игра от того, что делают подростки на движке Unity, как обычно. Ну, я не знаю, что даже сказать. Но это, я сомневаюсь, что эта игра чем-то нас удивит, дорогие друзья. Думаю, что я прав. Ну, пока ничего интересного особенно-то. Такого нету. Так, у нас тут радио. Мы ничего с ним сделать не можем. Что это такое? А, это наша машина. Мы подъехали к дому. А зачем мы сюда приехали-то, блядь?
Вообще без понятия. Ну, как я понял, это типа родительский дом. Потому что в заставке он что-то говорил, ехал на машине сюда. И тут закричала мама, папа сказал «беги». И он приехал сюда к родителям, типа. И вот и все, на чем завязывается сюжет. Что-то случилось с его родаками. Да, понятно, я хорошо понял. А чё, мы не забираем эти записки, просто читаем, да? Огонь, да? Огонь. Огонь, всё, что меня напугало сейчас. Хорошо, а что же у нас тут интересного? Так, батареечки нам надо взять. Конечно, обязательно. Прошариваем просто все комнатки потихоньку. Батарейки, это всегда... В любой хоррор-игре батарейки — это драгоценность. Это реально драгоценность, это очень полезно и очень нужно, потому что без батареек тебе пизда! И это знают все, май гад, блядь, ёбаный рот. Что я несу, блядь, друзья? Иногда я несу ахинею. Я несу ахинею. Что-то упало. Ой, это байда упала. Иногда я несу ахинею. И надеюсь, вам это нравится. Ладно. Так, впереди остался только длинный коридор. Конечно же, сейчас тут будет скример. И это вполне предсказуемо. Нет? Значит, за дверью будет скример. Блядь. Туалет, и это плохая идея. Это плохая идея в любом инди-хорроре. Не люблю туалеты, сука. Ну, не люблю. А тут вообще нихуя же нет. И что теперь делать? Так, я теперь, друзья, не представляю, что нам тут делать. Потому что я вроде бы все обошел. Вот какой-то коридор. А это просто обходная стена какая-то. Или нет? А вот, да, я красавчик просто. Вот, сейчас возьмем батарейки, это нам пригодит. В смысле, блядь? Закрыто, дорогие друзья. Значит, нам где-то ключ надо найти, что ли? Ну, пиздец, сейчас это затянется на 1000 лет. Давайте будем искать ключ. Где может быть ключ? Где он может быть? Блядь! Сука! Какое было томительное ожидание этого ебучего скримера. И вот. Блять. Ох, меня бросило в жар. Сука. Сейчас. Ой, блять. Ох, блять. My phone is gone. Your phone is whole. Блять. А что теперь делать-то? Может, обратно к той двери сбегать? Это пиздец. Да пидорок. I'm gonna fucking kill you. I'm not scared. Блять, а вдруг он меня убьет? Иди нахуй. Блять, они все там стоят. Приколитесь. Пизда, дорогие друзья. Они там все стоят. А что будет, если я подойду? Или они мне куда-то путь указывают? Блять, это пиздец страхово. Я ебал. Ну, мне не нравится этот хор, на самом деле. Он томительный, скучный. Напичканный скримерами. И, блять, я не знаю. И тупой, на самом деле. Туповатый он. Куда мне идти в итоге? У меня качаются батарейки, и я без понятия, что и как. Но я попробую, давайте наткнуться на одного из них и пройти к двери, может быть. И тогда у нас хоть что-нибудь получится. Но я сомневаюсь, на самом деле. Игра сырая. Игра совсем сырая. Наверняка. Вот она стоит, то бабень. А, это мужик, да? Нахуй!
А он мне ничего не сделал. Не напугать. Закрыто все. Не, бля, я не хочу сейчас ходить по этому. Свет погас. Короче, дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось. Не буду ходить я по этому утомительному хоррору. Игра так себе. Обычная демка, сырая, говняная. Ну, можете поиграть, если вам интересно. Но на самом деле она особого внимания не стоит. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А хотя, блядь. Ребята, я вернулся и опять я запишу вторую игру в один ролик, и чтобы было не коротко и все дела. И опять Слендер. Да, Слендер. Знаете, в последнее время... в последнее время все как будто посходили с ума, и куча всяких Слендеров новых появилась. Ничем не отличающихся друг от друга и совершенно тупых и однотипных. Ну, бля, мне интересно. Ну, мне очень интересно. Слендер, наверное, мой самый любимый герой, хоть это уже и мейнстрим, но мне, блядь, всегда будет интересно узнать что-то новенькое. И я скажу, сейчас я искал игру, чтобы записать вторую, нашел эту, скачал уже, установил, все. И пока она там качалась, устанавливалась, я нашел еще одну игруху, тоже про Слендера, бла-бла-бла. Но она показалась мне интересной. Она реально показалась мне интересной, она тоже вышла недавно. Ну, тоже демо там дорабатывается, но она вот... Ну, чем-то отличается от других. Ну, по крайней мере, так было видно по описанию, по скриншотам и т.д. и т.п. Ну, я скачаю, посмотрю, и может быть она на самом деле говно полное. Ну, а если так она мне понравится, то я, конечно же, я запишу и покажу вам. А пока что, чтобы вам было не скучно, давайте поехали. Выберите... О, тут даже два уровня есть, ебать. Полиция, блять, участок полицейский, наверное, и типа страшный лес. Ну давайте, я не знаю, ну страшный лес мы знаем все, давайте полицейскую хуйню. Посмотрим, что у нас. Тут! Ох, ебать! Слендер! Привет, чувак! Давно не виделись, как у тебя дела? Вижу, неплохо, да? Чем занимаешься? Ну ладно, иди нахуй. Ну вот, как вы видите, полицейский, не полицейский. А мы все-таки оказались в сраном лесу. Ну что ж, давайте просто будем искать записки. Фонарик лучше долго не держать включенным, потому что Слендера это привлекает. Ну, естественно, ебать. Ну и, конечно же, что? Ищем записки. Как всегда, ищем записки. Слендера мы уже повидали. Так что нам больше ничего нового мы не увидим в этой игре. Вот и все, я вам сразу показал. Так, окей. Ну, блядь, ну вот, на самом деле, игра очень дешевая, очень прямо. Я не знаю, тут даже никаких звуков особых-то нету. Пшшш, и все. Ну, вот одна страничка, и я ее уже нашел. Есть одна, готова. Бегаем дальше. Ну, не особо. Она, на самом деле, по-моему, она меня даже не напугает ни разу. Я так думаю. Я могу ошибаться, но я очень сильно сомневаюсь, что я ошибаюсь. Вот такие дела. Но на самом деле это очень будет тупо ходить по лесу, где вообще ни одной локации больше нету, ничего отличающегося от деревьев. И записки тупо на деревьях. Это что, каждое дерево мне обыскивать теперь? Как-то не очень охота. Ну что ж. Ну нет, друзья, это вот реально скучно. Это... Сегодня у нас получился выпуск игр, которые не стоит пробовать играть. Наверное. Так что, ребятки, я надеюсь, эти игры дополнят. И первую, и вторую, и получится очень интересно. Первую игру просто нужно закончить, дополнить, полностью подлатать. И, в принципе, она будет интересной. Задумка-то у первой игры неплохая была. А у этой игры про Слендера... Ой, долбоёб.
Он появляется даже не страшно. Вот. А к этой игре я бы посоветовал просто добавить сюда... Я не знаю, что сюда можно добавить. Про Слендера... Если придумать игру про Слендера, то очень тупо и очень глупо уже придумать обычную... обычные 8 страниц собирать. Вот это очень тупо. Это уже все надоело. Если придумывать, то не знаю, как, в каком-нибудь другом жанре там, блядь. В каком-нибудь другом жанре, типа... сюжетом там, не знаю. Вот Haunted Memories замутили круто, да? Сюжетом все вот это. Там вообще не поймешь, что вообще про Слендера игра. Ну, на самом деле, это тоже минус есть какой-то в этом. Вот. Ну, а так... Ну, блядь, если уже оставить 8 записок, то добавляйте локации интересные такие, чтобы поражали. Графику латайте и все дела, и может быть получится что-то стоящее. Элементов хоррора не хватает в этой игре, конечно. Просто пиздец. Вот и все. В общем-то, я и высказался. Так что, дорогие друзья, я хочу вам пожелать удачи. Я на этом закончу, потому что дальше нет смысла. Я буду... следующие выпуски будут просто охуительными. На самом деле охуительными. И причем по охуительным играм. Серьезно. Я приготовил для вас такие вкусняшки. Так что оставайтесь с нами. Это последний говняный выпуск, который у нас есть. Остальные будут конфетки, просто конфеточки. Насчет Blackwater, Water. Я даже не знаю, что с Blackwater делать, потому что у нас... бегать могу. Water у нас записанный лежит. Сделанный. Но там, блядь, работать над ним. Надо обрезать все дела. Материал лежит не у нас на руках. И забирать его очень проблематично, потому что он очень много весит. Ну, короче, это не ваши проблемы. Мы с этими проблемами разберемся. Просто пока Blackwater не ждите. А ждите других вкусняшек, которые реально вам понравятся в следующих эпизодах. Я этим вам отвечаю. Так что подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока. И ничего не бойтесь. Давайте, что ли, на Слендер наткнемся. Слендер! Ох ты! Нихуя себе. Who is fucking nigga?